Уже традиционно 1 мая не только празднуется День солидарности трудящихся, но и открывается долгожданный парковый сезон. В Ульяновске большой популярностью пользуются парки культуры и отдыха для всей семьи, молодежный Александровский, Парк Победы, семья Виновской рощи и другие. Так в Виновке сегодня развернулась обширная концертная и культурно-развлекательная программа. Также в этот день дан старт запуску аттракционов и каруселей. Большой популярностью у завсегдатаев Виновской рощи пользуются «Ромашка», «Колокольчик», «Орбита», «Лошадки» и «Автодром». Работает тир. К сожалению, из-за порывистого ветра сегодня не запустили в эксплуатацию лишь колесо обозрения. Зато в самом центре парка появился искристый фонтан. В этом сезоне в инфраструктуре парка много обновлений. Так, за зиму и начало весны текущего года удалось отреставрировать детские скульптурные композиции, которые находятся в парке со дня его открытия. Также на территории Виновки появились невероятно реалистичные живые экспонаты экзотических животных. У нас юбилейный сезон, мы празднуем 5 лет новой жизни парка, и в связи с этим у нас очень много таких новых экспозиций появилось. То есть каждый арендатор нашего парка, будь то кафе, то какой-то аттракцион, облагородил свою территорию, сделал площадку свою. Как говорит Инна Иванова, Виновская роща уже причесанная. Осталось дождаться, когда распустится зелень деревьев с травой, и территория парка вновь станет привычным местом препровождения горожан в долгие летние дни. Антон Никонов, Владимир Куликов, Улправда ТВ.